Всем привет, меня зовут Макс Брандт. Всем привет, меня зовут Ксюша Георгиева. И сегодня на канале Брандт Играет возобновляются летсплеи по 100 к 1. Вы просили, а мы начинаем. Поехали. Так, все, поехали, начинаем игру. Понятно. Так, у нас обычная игра, мы ждем, нам предлагают подсказки, как всегда. Мы, как всегда, не хотим. Вот, мы, как всегда, начинаем. Начать. Вы соскучились по нам? Если да, ставьте лайки. Ой, Юлия уже миссис. Кому нужна непромокаемая одежда? Пожарному. Так, дворник, ну, например. Рабочий, может. Рыбак. Рыбак хорошо. Рыбак хорошо. Fairy tale. Так, мы ждем. На. Рыбаку. Так. Это мышь пожарный? Я думаю, что он не наверху. Давай, может, лесник какой-нибудь. А дворник? Нет. Напиши дворник, да. Сейчас попробуем. Дворник. Дворник. Нет. Смотри, хорошо. Пожарный. Лесник. Так. Рабочий. Охотник, ладно. Лесник, охотник. Да, то же самое. Давай пожарный. Давай, пожарный. Водолаз, все. О, пиши, давай. Водолаз. Водолаз. Ей! Умножь на два. Точно. Итак, работаем дальше, давай. Лесник, но это полуохотник, полулесник. Мне кажется, это одно и то же будет. Так, ну одежда, мокнуть. Там, где вода. Моряк, ну нет, у них... Спасатель. Ну ладно, пожарный. А спасатель тебе не нравится? Думаешь, о, все, вообще? Мы прошли. Супер. Юлия сдалась. О, молодец. Что или кого на Новый год просят у Деда Мороза? Взрослые, ну подарок. Подарок. Видимо, конкретика нужна. Значит, квартира, деньги. Любовь. Напиши любовь, это будет сам первый. Думаешь? Конечно. Сорян. Кому нужна любовь, если есть деньги на первом месте? Да, конечно, денежки. Материальные блага. Денег, да, съесть два человека. Машина. Давай, мне кажется, это нет. Хотя, слушай, ну что? Деньги, машина. Квартира, да. Там, не знаю, дача. Дети, кстати. Да, дети. И напиши квартиру. Ну, а что людям нужно? Нет, у Деда Мороза как-то постеснялись. Видимо. Денег, машину, счастье, назовем и все. Ну да, все. Ой, ну много, собрала-то баллов. Ничего страшного, это все фигня. Сейчас все решится в третьем раунде. Игра наоборот. Поехали. Что или кото, может быть поздним. Осень, блин, а мы поздний завтрак. Напиши завтрак. Мне кажется, вообще будет напиши часто. А что, хорошо, твои. Поздний брак. Поздний ребенок. Завтрак, ребенок. Ее! Ну, это неплохо. Пока так, но. Завтрак, я думала, может, даже на втором месте. А вот я не уверен, кстати. Поздняя осень, да, хорошо. Но если он угадает, она. Значит, читер. Не, значит, она молодец. Вот я считаю, что если выпишешь твой вариант, это прям супер. Весна. Поздняя осень, скорее всего, даже. Мне это первое. А, поздний вечер, ужин, время, осень. Ничего себе! Ребята! Макс вообще сегодня в ударе. Ну я, да, я соскучился, я давно не играл, давно не... А я соскучилась, но не в ударе почему-то. Так, ну давайте нам. Гости, мне кажется, они всегда вторым гости пускают. Константин, 13 уровень, 4 достижения. Я на 13 лет. Чем отличается Мерседес от Запорожца? Цена. Качество. Качество. Цвет. Скорость. Скорость. А, у него... Комплектующий. У него... Ну, как бы... Багажник. Производитель. Багажник. Ой, да что багажник? Маркой. Логично. Так, первая цена. Цена, конечно. Производитель. Качество. Скорость тоже хорошая. Скорость отличная. Даже, может, скорость. Нет. А вот мощность, лошадиные силы, думаешь, как здесь? А мне кажется, мощность, скорость, мне кажется, это будет в одной. Хотя я не знаю. Ну, вот и я не знаю. Если бы я знал... Качество. Вот. Давай скорость. Скорость это тема. Значит, мощность. Возможно, мощность на втором месте. Цена. Может быть, цвет. Мощность у него нет. Так, тогда производитель. Ну, давай, страна. Ну, как бы, Запорожец, это первое, что выбрал. Ну, давай страна. Я не знаю, как это будет воспринято неправильно. Ну, я не знаю, производитель и страна – это разные вещи. Да? Ну, это, конечно. Мне кажется, цвет все равно есть. Вот на... Ничего. Так, он такой... Напиши всем. Ладно. Просто! Макс сидит, разрывает этот зал. Так, ну потому что, ну понятно, что всем.
Как бы, то, что люди сразу Мерседеса просят, это как в анекдоте. Вы такие эти протагонисты, Константин и Макс. Ничем, всем. И Константин и Макс, между прочим. Кто собирается в тесный круг? Друзья. Друзья. Танцоры. Народники. Ну, танцоры, да. Ну, да. А, там, я не знаю, звери какие-нибудь. В тесный круг. Хоровод. Ну хоровод. Да, ты пиши хоровод. Кто? Хоровод. Хороводчане. Так такого не будет. Дети хорошо. Тесный круг. Пьете? Ну, а танцоры? Танцоры, ну, давай. Это будет неправильно, я думаю. Естественно, нет. Ну, конечно, нет. Какие танцоры? Вот хоровод — это тема. Собирается в тесном... Мы сейчас весь второй проиграем и третий выиграем. В тесном кругу собираются друзья, родственники. Тесный круг... Родственники. Семьи. Семья. Тесный круг семьи, конечно же. Родители. Напиши семья. Так. Семья. Yes. Друзья, семья, дети. Пока все вот рядом. Кто собирается в тесный круг? Ну хорошо, ну хоровод, ну как это сказать? В метро. Может быть такой. Ну там не круг. Соперник не видел ничего. Напиши коллеги. Ну, как бы тут... Да господи, все, а ты какой-то сегодня... Да я сегодня в ударе, просто, ребята. Фу, все, ребята. Мы сейчас можем не отвечать? Нет, там 240. Угу. А у нас сколько? Нет. Единомышленники люди. А я звери хотела писать. Звери не собираются в круг, они не понимают фигуры. Слушай, мы сейчас можем ничего не отвечать. А пускай он отвечает первый. Вопрос от пользователей. Что читает в общественном транспорте? Книга, журнал... Да, да подожди. Книга, журнал... Объявление. Газета. Пиши объявление. Объявление. Мягкий, твердый знак. Объявление. Мне кажется... Я, давай. Ну ничего не будет, ничего страшного. Рекламу, да. Ну, сорямба. Сейчас... Ему добавят ссылку. Да, я и говорю. Ну... Причем газета даже, мне кажется, будет ниже. Пускай ничего не ответит, ребята. А. Я вообще какой-то сидела. Газета не понятно. Журнал, то есть? Журнал. Сообщение, правила поведения. Ну, правила поведения вообще нереально угадать. Но я читаю иногда. Ну, ты же не догадалась бы. Да. Сообщение, в принципе, тема. Ну, да. Друзья, просто феерическая победа. Снова 2 звезды и баланс 50 так и остается у нас. Ставьте лайки за эпичное, крутое возвращение. Да. Подписывайтесь на Ксюшины все аккаунты в описании, на мои тоже, на канале Брэнд Играет, скоро будут продолжаться и появляться новые крутые рубрики. Да-да. И всем пока.